Накануне в половине девятого вечера на северной окраине Екатеринбурга, на Эльмаше, на перекрестке не самых оживленных, особенно в столь поздний час, улиц старых большевиков Карепина, не поделили дорогу две легковушки, и одна другую завалила на бок. По свидетельству очевидцев, резвые пилоты на перекрестке особо не горцевали, и потому боковой удар одной из них в корпус другой был хоть и сногсшибательным, но отнюдь не умопомрачительным. Рекогносцировка на асфальте была предельно простой и понятной. Один автомобиль мчался прямо, другой пытался повернуть, и оба-на! Вместо поворота – переворот. Подбитая машина скопытилась, не покалечив своего хозяина. В дорожной аварии никто не пострадал, и экипаж ДПС на место ДТП не выезжал, уточнили в комментариях в ГИБДД.